Павлодарское Прииртышье входит в тройку лидеров по онкологической заболеваемости. Высокая смертность вывела регион на второе место по республике. В последнее время область демонстрирует хорошие показатели по выявляемости рака на ранней стадии. Сейчас в регионе сформирована полноценная онкологическая служба. В каждой городской поликлинике и сельской врачебной амбулатории работают врачи-онкологи. Ербол Абишев с подробностями. Самые распространенные виды онкозаболевания – рак молочной железы, рак кожи, желудка и так называемый колоректальный рак толстой кишки. Эти потенциально опасные места в организме человека сейчас тщательно обследуют врачи-онкологи. Во время скрининга им удается выявлять рак на самой ранней стадии. Например, в городской поликлинике номер 2, где обслуживают почти 64,5 тысяч жителей Павлодара, показатель ранней диагностики онкологических заболеваний – один из лучших по области. В этом году по скринингу выявилось в общем 11 человек, это 8 молочной железы по скринингу, один колоректальный рак и 2 шейки матки, все на раннем стадии выявились. В Павлодарском онкодиспансере сегодня работают лучшие хирурги-онкологи. Они применяют передовые методы удаления раковой опухоли. Так называемым малоинвазивным эндовидеоскопическим способом от злокачественных новообразований ежегодно излечивают более 200 пациентов. По анализу прошлогоднему 35% колоректального рака также нами выполняется лапароскопическим. Около 25% рака желудка тоже выполняется лапароскопически. Говоря о раке женских половых органов, это уже практически золотой стандарт в нашем диспансере. Сейчас, можно сказать, мы практически перешли на экспертный уровень хирургии, то есть на тот уровень, когда мы сами можем уже подсказывать и обучать других специалистов с других регионов. Сегодня на учете в Павлодарском онкодиспансере состоит более 11 тысяч человек. Почти половина из них живут с этим недугом больше 5 лет. Это самый высокий показатель выживаемости в республике. Это говорит об эффективности лечения данных пациентов. То есть практически больше половины этих пациентов, они живут среди нас, здоровых людей. Поэтому на сегодняшний день, конечно, для хорошей выживаемости, для улучшения результатов лечения, конечно, большую роль играет ранняя диагностика данной патологии. По прогнозам специалистов, скоро онкологические показатели в регионе заметно улучшатся. Сейчас нагрузка на павлодарских онкологов очень высокая. В действующем онкодиспансере работают всего 3 операционных. Поэтому строительство нового здания с 5 операционными в первую очередь снизит нагрузку на онкохирургов. К тому же оснащение будущего диспансера расширит возможности павлодарских специалистов. Здесь установят линейный ускоритель, который улучшит качество лечения, за счет чего увеличится продолжительность жизни пациента.